Урок 2. Циклические программы. Многострочное поле мема. Цель урока – освоение разработки циклических программ с использованием для вывода результатов многострочного поля мема. Задание для выполнения. Создать приложение, которое выводит на экран таблицу умножения для любого числа. Результат расчета – записать файл. Форма должна иметь вид, представленный ниже. Здесь представлена форма, которая используется компоненты Label, Edit, Memo, Button со страницы Стандарт. Для выполнения задания запустите Borland Developer Studio. Нажимаем Пуск, Программы, Borland Developer Studio. И отсюда Borland Developer Studio 2006. Создайте новую форму. Для этого выполните команду File, New, VSL Forms Application. Появляется форма с надписью Form 1. В инспектор объектов у объекта Form 1 установим свойство Caption равным таблице умножения. Теперь перенесем на пустую форму объекты, изображенные на представленной рисунке. Это такие компоненты, как Label, второй Label, компонент Edit, компонент Memo, и 4 компонента Button. Установим у созданных объектов следующие свойства. Свойство Caption компонента Label изменяем на число. Свойство Caption компонента Label 2 на таблице умножения. Свойство текст компонента Edit, пустая строка, уберем полностью текст, button 1, свойство caption изменяем на расчет. Для выполнения расчета кнопка button 2, запись, для записи, расчета button 3, очистить, для очистки мема Баттон 4 на чтение. Чтение из файла. Свойство scroll bars компонента мема 1 установим на SS bars
для вывода горизонтальной и вертикальной прокрутки. Теперь находим свойство lines компонента мема и отсюда уберем текст мема 1. Программная часть. Для расчета нажимаем на кнопку расчет. Здесь каждое число. Для каждого числа находим таблицу умножения до 10 чисел. Для этого вводим константу n равняется 10. Вводим переменные i для организации цикла, m для определения числа, k для нахождения промежуточных значений, m число, которое мы вводим, выйдет 1. Поэтому здесь мы вводим m равно str, так как edit1 принимает строковые значения. Переводим его integer. Для этого имеется команда str2int. В скобках укажем, откуда мы берем значение. Это edit1.text. У нас имеется число m. Теперь для этого числа будем организовать цикл. For i от 1 до n do выполнить begin. K равно i умноженное на m. Это значение можно вывести на компонент memo. Точка lines. Точка add. Добавить. Int to str. Снова преобразуем числовое значение в строку. Плюс. Int to str m плюс равно int str k. Теперь переходим в формы. Запись. Это кнопка для записи результата файл. Нажимаем дважды. Появляется окно кода. Сюда вводим memo 1 lines save to file, то есть сохранить в файле. Укажем имя файла. Наш результат сохраняется на диске C с именем f1.txt. Следующая кнопка «Очистить». Даже нажимаем. Для очистки мема наберем мема 1. Отсюда выберем свойство clear. Очистить. Теперь следующий
Следующая кнопка – чтение. Чтение. Для чтения сначала очищаем мемо один заново, если там имеется какой-то текст. Потом мемо один. Точка lines. add. Load from file. Находим из файла с f1.txt. Таким образом, мы уже ввели полностью код программы. Для запуска нажимаем на эту кнопку. Появляется таблица умножения для числа 4. Запись. Этот текст полностью записывается в файл. Очистить. Чтение. Заново появляется наша таблица умножения. Таким образом, мы выполняли задание таблицы умножения. Закрываем проект с помощью кнопки «Закрыть».